Extrema Ratio T-Razor. Тоже один, наверное, из самых знаменитых и интересных ножей в их сериях. Собственно, ножик традиционный, отсылает нас к началу 20 века, когда на итальянской территории активизировалась мафия, и, соответственно, законодательно было запрещено иметь при себе всякое колющее и режущее оружие. Естественно, хитрые мафиози нашли выход. Они стали носить с собой вот такие вот бритвы. И, соответственно, парни из Экстрема тоже решили воспользоваться их опытом, так как на территории Италии есть проблемы с ношением складных ножей, а они сделали вот такую складную бритву. Соответственно, она с замком, но законодательно до нее докопаться невозможно, потому что она не имеет выраженного острия и, соответственно, колоть ей не очень удобно, зато режет она просто великолепно, потому что имеет вогнутые спуски и сталюшку N690, любимую Экстрема. Рукоятка из алюминия, достаточно прочная, достаточно хваткая. Хорошее темлячное отверстие, клипса не предусмотрено. Вот, как бритвой пользоваться ей, думаю, при желании можно, главное только довести. Вот такая вот интересная штука.